Всем привет! Сегодня у нас 15 февраля 2019 года. И я только что приехала из магазина Оби, как всегда с покупками. Что же я сегодня купила? Изначально взяла суперфосфат гранулированный. Я взяла таких 2 пакетика. Дальше я увидела агрикола в жидком виде. Обычно я покупала в порошочке в таком. А сейчас увидела вот в жидком виде агрикола аква для цветущих. Больше бутонов, обильное цветение. Любимый напиток растений. С удовольствием попробую. Жидкое удобрение мне очень нравится. Дальше я купила удобрение Форте. Раньше я покупала Форте и до сих пор покупаю удобрение для хвойных. Я просто в восторге от него. Мне очень нравится. И сейчас я увидела удобрение Форте для петуней. Серия 1. Красота. Форте вообще удобрение очень хорошее. Оно зарекомендовало, по крайней мере, вот я в восторге от него. И теперь для петуний. Также я хочу попробовать. Петуний у меня много, как всегда, будет в этом году. Так что вот купила такое удобрение. Также я купила янтарную кислоту. Регулятор роста янтарин. Стимуляция роста растений. Улучшение декоративности и повышение урожайности. Применяется на плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культурах земляники и винограде. Не видела, чтобы янтарин именно так продавался раньше в Оби, впервые тоже. Ну а дальше цветочки, цветочки, еще раз цветочки. На этот раз это гладиолусы. Не знаю, почему что-то вот мне захотелось именно гладиолусов. У меня на участке еще пока нет ни одного гладиолуса. И хочется попробовать, тем более сейчас очень большое такое разнообразие разных сортов. Что же я купила? Это вот такой гладиолус Катерина. Он какой-то гофрированный, написано 7 луковичек. Сейчас подождите, я вам покажу, какие крупные. Вот такие крупные, их 7 штук. Хорошие такие. Это у меня уходит на хранение в холодильник. Холодильник уже весь заполнен цветами. Дальше. Вот такой гладиолус. Их здесь 3 разных. Вот 3 штучки, 4. 10 штук всего. Такая красота. И также такие большие луковицы. Обалдеть просто. Тоже это в холодильник. Это серия, вот, которая Blooming Life. Я беру всегда очень хорошее качество товара. Botanic Collection пробую впервые. А еще один гладиолус, тоже Blooming Life, 7 штучек. Гладиолус крупноцветковый, пенза. Ну, вот они. Также луковки крупные, все хорошие. Все это уходит на хранение в холодильник. Ну, также я еще кинула для домашних цветов, для декоративно-лиственных агриколку. Так что... Сегодня вот такие покупочки у меня. В апреле мне должны прийти 5 роз. Одна из них штамбовая Gloria Day. И в мае я жду свои 3 елочки. Так что вот такие покупки. На этом буду я заканчивать. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока.